Время – идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ничего не вышло. Джек. Конечно. Мы попрыгали во времени. Джек. Я и не собираюсь это делать один. Босс был мне как брат. Я должен отомстить за него. Разреши мне придушить эту гадину. И так будет с каждым, кто ручонки свои тянуть будет. А чего ты на моей точке встал? Будешь знать, как на моей точке топтаться! Не бойся, деточка, больно не будет. Похоже, ты на мину наступил. Да-да, вот так и надо. Ну что, получил, придурок? Я тебя так отделаю, что ты всю жизнь на лекарства работать будешь. Сейчас вмажу, ты оглянуться не успеешь. О, сейчас я вас раздавлю. Голыми руками за то, что... Проклятый шпион! Проклятие! Шпион! Ты ведешь себя как баба. Я за тобой давно слежу. Пасть порву, моргалы выколю, совсем мертвый будешь. Ты меня не серди! Я тебя сейчас так отделаю! Я-то пьян, а ты чем оправдываться будешь? Тебя будут по кусочкам собирать, в аду! А, спасибо, док. Что вы, бомб не видели? Ба-ба! Трах-тарарах!